Все выглядело, как и при стандартной процедуре проверки документов. Полицейский останавливал авто, просил предъявить права, чтобы узнать имя. Его незаметно вписывали в открытку, и далее вместо наказания или предупреждения девушкам вручали цветы, одаривали комплиментами и добрыми пожеланиями. Искренне вас поздравляю. Очень приятно. Поздравляем всех женщин нашего Анапского района, от лица ГИБДД Анапского района, чтобы они были приятно удивлены отношением ГИБДД. Как признались сами виновницы мероприятия, сюрприз получился неожиданным, но очень приятным. Страшно первый раз, да, остановили полиция. Сразу начинаешь переживать, а потом, конечно, такой сюрприз очень приятно. Мандраж есть, потому что остановили, будут проверять, смотреть. В принципе, знаю, что вожу хорошо машину, что не нарушаю, стараюсь не нарушать, потому что в любом случае бывают, по-моему, нарушения у всех. Ну, конечно, очень приятно. У нас самые лучшие гаишники на нашем городе-курорте. Такая акция в Анапе проходит не первый год. По словам сотрудников ДПС, от счастливых улыбок автомобилиста коней сами заряжаются позитивом. А с хорошим настроением любая поездка сложится удачно.